Здравствуйте. Я могу поговорить с Валерием Сергеевичем? По какому вопросу? По личному. А его нет. Его вообще дома нет. Он уехал на несколько дней. А может быть, даже на неделю. Лен, ну вот все началось. Пропустишь самое интересное. Мне кажется, что Валерий Сергеевич пришел несколько раньше, чем вы предполагали. Будьте любезны, позовите его, пожалуйста.